Тем временем блогеров шокирует необычный способ создания акварельных миниатюр. Аргентинский художник-авангардист Леандро Граната изобрел причудливую технику. Вначале он втягивает акварель через нос, а затем разбрызгивает ее на холст глазами. Трудно представить, но 27-летний художник использует почти палитру краски для каждого глаза. Леандро обнаружил эту способность еще в далеком детстве, когда отметил, что между носом и глазницами у него существует связь. Когда жидкость попадала в нос, Леандро тут же мог брызнуть ей из глаз. Парень увлекался живописью, и ему пришла на ум идея использовать это для рисования. А когда близкие увидели весь процесс, то единодушно решили, что Леандро сошел с ума, настолько это выглядело отталкивающим. Свое мнение родня изменила только когда глазную живопись начали покупать. Теперь художник не сидит без дела. Одна картина отнимает у него обычно 10 минут, а продается за несколько тысяч долларов. Кстати, пришлось и увлечение абстракционизмом. Хочется верить, что на зрение это не влияет. Желание рисовать глазами заставило молодого художника создать новую формулу краски, более безвредную. Процесс занял у аргентинца несколько лет, но теперь такая техника живописи совершенно не отражается на здоровье, что подтверждают и врачи. Тем временем оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город» и не забывайте читать и комментировать наши публикации в специальной группе ВКонтакте. До свидания!